это аватар Бога Шивы. Почитаем как воплощение силы, непоколебимости и преданности. Сложно найти образ, который был бы одновременно настолько могущественным, образованным, мудрым, скромным и забавным. Как учитель, он учит всех нас тому, что в каждом из нас скрыты неограниченные возможности. Ханума направил свою энергию в помощь Богу Раме. И именно его выдающаяся преданность освободила его от всех физических недостатков. Об этом расскажет следующая композиция, которая относится к жанру бхаджан. Главный герой этого номера, Бог Рам, обращается к своему младшему брату Бхарат, говоря, что благодарен Богу Хануману, Богу обезьян, за помощь и чувствует себя в неоплатном долгу перед ним. Жена Рама, Сита, была похищена злым демоном, который увез ее на Шри-Ланку. Хануман помог найти Ситу, а затем спас жизнь и Раму, отправившемуся освобождать любимую. В битве брат Рама Лакшман был ранен, и спасти его могла только лекарственная трава одной из гималайских гор. Хануман принес ее вместе с горой, на которой она росла, и вылечил Лакшмана. Рам говорит, что Хануман настолько скромен, что даже совершив все эти подвиги, не возгордился. Исполняет мастер Катхака гуру Ашвани Нидан. Oh, Maria, this
Say you.